Вот такая штука теперь в нескучном саду. Вот она идет туда над прудом. А этот пруд злосчастный, Андреевский. Мои собаки весной чуть не утонули здесь. Теперь поставили вот такую защиту, заграждение. А весной, когда еще снег только таял, они провалились. Сначала Платон, потом Бруно. Вон туда вот. Бруно, стой. Сейчас самое интересное, что он все равно лезет. Попить ему надо. Не понимаю, вообще не понимаю. И даже не помню, что он чуть не утонул там. Забыл уже все. Как я за ним лазила по подтайному льду. А вон там уточки плавают. А что это за белые хрени? Непонятно. Говорит, горки. Куда идет вот эта вот леска? Не леска, провода. А, она ведет вон туда, на ту сторону. Вот. Наверное, здесь катаются на каких-то водяных досках. Вот, а это поставили заграждение, которое засасывает вообще внутрь. Ой, тихо, Бруно. И они вот чуть не провалились туда. Потому что засасывает и лед. Всплыть они не могли сами вылезти. Бруно, не тяни меня. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Это я, Бруно Итус. Сейчас я погуляю немножко по набережной Москва-реки. Может быть, даже дойдем до парка культуры. Еще не знаю. Посмотрим. Так, после дождя сегодняшнего просто потоп. Я не знаю, как мы пойдем туда. И Бруно меня тянет усиленно. А как мы пойдем? Может быть, там пройдем. Брун, ну грязно же там, посмотри. Там, там кораблики прогулочные плавают. И мы тоже плавали там. Пойдем, Бруш, немножко пройдемся. Бум, все размыло. Я, конечно, в калошах, но они же не сапоги. И собак пачкать совсем уж не хочется. А погода сейчас чудесная. Расчудесная. Тепло и в то же время не жарко. Да, но там народу много. Я, конечно, в толпу. Даже если с собаками и пойду, но снимать, наверное, не смогу, потому что Бруно меня все время тащит на людей, и ему все равно куда идти. И Таня думает, что он на них тащит, а он идет куда ему хочется. Совершенно не думая ни о ком. Только своих запахов. Бруно, ты меня в грязь, в чернозем тащишь. Там здорово. Жалко, что сейчас нельзя отпускать собак. В общем, их нигде нельзя отпускать. Москва не деревня. И даже не лес. Несмотря на то, что здесь рядом Воробьевский заказник, парк. Но даже там я, наверное, не смогу их отпустить, потому что вдруг они куда побегут, утонут. Или еще кого там, зверя какого-нибудь увидят. В общем, даже после дождя много желающих покататься. Брун, иди сюда. Иди сюда. Бруно, иди сюда. Давай на ту сторону пойдем. Тут есть такая дорожка туда, в парк, но нам туда не надо. Мы хотим дойти до парк культуры. Если сможем. Потому что еще довольно много идти. Я все никак не выберусь на велосипеде покататься, но по дорогам боюсь Москвы. Очень много случаев, что сшибают. Хотя я шлем купила. Бруно! Куда ты бежишь? Я сейчас поскользнусь. Платон, вот куда он бежит, а? Что-то учуял. Мерзавец. Этакий. У меня калоши очень скользкие. Вот такой парк, весь во оврагах.
весь такой в дорожках, тропинках. Вот что ты тянешь-то, а? Куда ж ты меня все тянешь? Рано я начала снимать. Сейчас опять много получится. Ой, мамочки, нам надо срочно уходить. Там поливальная машина. Иди сюда, Бруно. Вот повезло-то, а? Иди сюда. Так. Пошли, пошли, пошли. Боже, тут коврики эти газонные только положили. Кошмар. Это классно. Классно, классно, классно. Сейчас эта поливальная машина поедет. Ой, вообще. Ну ладно. Мы успели спрятаться. Вон она едет. О, но она притормаживает. Все-таки люди. Ну все, так, а мы здесь не спустимся, наверное. Хотя, ой, блин, Бруно. Может быть, спустимся, а? Так, стой. Стой. Ладно, не будем пока. Не будем пока. Иди сюда. Да, мы здесь лучше пойдем. Никому не будем мешать. Кусаются? Кусаются. Откусывают. Зыки пьют там водку такую. Я таким всегда говорю, кусается. О, это я и моя тень. С напоясной сумкой. Вот видите? Моя напоясная сумка. Это я. Это я. Это моя напоясная сумка. Так, нет, он вздумал валяться. Ну что это такое, Брон? Ну. И что ты валяешься на этих ковриках? Как бы нам спуститься, а? Может, по скамеечке? Стой, стой! Давай спустимся. Вот сюда вот как-нибудь. Ой, мамочки, давай. Кто спускается первый? Платоша. Иди сюда. Давай, ко мне, ко мне. Молодцы. Ой-ой-ой, боятся, боятся. Давай, давай, давай. Ап, ап, ап. Блин, ну что ж так? Все, 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 не будем, ладно. Вот обормоты-то. Платош, ты боишься? Ты боишься? Все, все, все. Ладно, ладно. А Бруно спустился, смотри. А Бруно спустился. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ой, 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 ой. Ну ладно, ладно, все, не будем, не будем. Не будем, не будем. Тихо, тихо, тихо. Кошмар. Все, я уже залезаю обратно. Ой, елки, ну, ну ты трухан, ну ты трухан, оказывается. Посмотри, Брун не боится. И что вы тут мне устроили? И что вы мне тут устроили? Кошмар, а? Какая у нас красота. Какая красота, пойдем. Так, ты весь запутался, подожди. Подожди ты, господи. Все грязные теперь. Пойдем. Как вот с ними спуститься? Ну, тут не очень высоко-то. Опа, давай, Платон. Ой, Брунтой! О, боже! Он прыгнул. Хотела его снять. Обалдеть, можно. Сейчас бы лапу переломал себе толстый. Но ничего, выжил. Значит, не такой уж он слабенький. Что-то мне так весело стало. Не знаю почему. Так, зачем по лужам бегать?
Так, кто хочет попить из Москва-реки? А кто хочет из лужи попить? Где вкусней? Кто вкусней? Ой, тут очень глубоко. Давай лучше из лужи тогда. Кто хочет из лужи попить? Ну, будешь пить, нет? Солнечные мальчики искупались в луже. Пойдем прямо купаться. Хоть в луже иду. Так, груша, не тяни меня. Эти коврики травяные такие классные. Такие мягкие. По ним бегать можно в песку. И опять вы меня запутали все. Вот, дождя все залило. Все тут залило. Потоп. Фонтанчик в эту работу. Вот такие лужи. Но собакам нравится. Лена, я получу вместе с ними. Так, и чего, и куда? Не-не-не, нам не сюда. Пошли, пошли, Брунка. Я хорошо в калошах. Ну, мамочки, ротные. Мы с Аленкой тоже купались в лужу. Мы с ней решили прогуляться по гонку. Мы с ней поставили. Всех обманули, поставили академию наук. Идем пешком. Грязь такая, после дождя. Да. А там уточки. Вот и съездили. После съезда на десерт в Бублике, мне надо прогуляться. А где было помещение? Так, нельзя прыгать, нельзя. Фу, 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 фу. Блин, там собака какая-то. Иди сюда. Сейчас мои рванут, кино не будет больше. Щенок Вейман Айнера, кажется. Блин, скользко как. Веймайнер, как-то как веймайнерская ручья, что называется. Вау! Я испугалась так. Ничего себе волна, блин. Кошмар. Боже, чуть инфаркт схватил. Кошмар. Так неожиданно. Спуганные бруны. Что? Волосы в рот прилипли. Карту с этими собаками.
твоя бабушка денег давала. Кресла какие-то стоят. Народ, ему... Бруно, не тащи меня туда-то, ну. Вот что ты меня тащишь? Иди спокойно. Я хочу на тот мостик залезть. Нас и перехватить, мне надо. Посмотреть сверху. Сверху там интересно, только через стекло, наверное, плохо будет видно. Вон там театр с Стасом Алиным. Там... Стой. 25 лет со дня основания центра Стаса Намина. А это называется Пушкинская набережная. Вот это. Дайте-ка я поближе. Сооружена в 1937 году в честь столетия смерти Пушкина. Получается так. Пойдем. Так, меня опять вздумали запутать в платках. А у кого лапка, Платош? У кого лапка? Ну-ка, стой, Бруно. Стой, Бруша. Платошку надо поправить. Пойдем. Вот кармел какой-то. Вот этот театр. Его афиша. Я не была здесь. Хотелось бы, кстати, сходить, но не знаю, блин, когда. Тихо-тихо-тихо. Не, ну что это такое? Зачем так резко, Бруно? Да, уже парк культуры начинается. Не скучно закончился. Ну, вообще, мне кажется, как-то объединены эти два парка. Ну, что, набережная идет. Вдоль нее парки. Все понятно. Брошка. Причал на Болотной площади. А это причал в Нескучном саду. Вот маршрут такой. Водное такси. Вон все вот трамвайчики обычные. Брушкин, иди сюда. Вот там уже храм Христа, видимо. На Кропоткинской. Но до него далеко еще.
танцует. Ой, там туда не надо идти. Там все равно тупик. Там народ танцует. Так, ну чего ты тут завалился? Бруш. Развалился. Я хотел на этот мост подняться. Да. Сейчас я, наверное, закончу. А потом, если нам удастся, если разрешают с собаками туда подниматься, то я еще сниму, возможно. Вот там храм Христа впереди. Сейчас попробую увеличить. А видите? Ну ладно, на этом часть первой прогулки по набережной Москва-реки закончена. С вами была Гуглы Бруны. Что-то я стала вечно себя Гуглом называть. Пора закругляться. Ладно, продолжение следует. Погода замечательная, настроение тоже. Собаки вроде бы еще живы, не утонули. Все прекрасно. Пока!